Постепенно, конечно, этот шрифт совершенствовался. Вот одна из первых ранних книг о травмировании Евангелия. Вот смотрите, какие. И все это написано вручную. Печатных концов не было. И переписать эти буквы требовало большого искусства. Постепенно открывались школы. Постепенно открывались школы и начинали учить такому письму буквально с детства. Школа кириллического письма. Стали появляться азбуки. Вот одна из азбук. Одна из азбук, которые... Ой, скажи его, господи, боже мой. Знаешь, забыла. Допустим, бытовой даже. Поэтому, а кроме того, славяне немножко, поскольку они жили в греческом, так сказать, окружении, они немножко знали греческий. Но читать именно, читать богословские книги, которые можно были уже существовать, они не могли, они не знали этих греческих букв, именно письма, поскольку своего не умели, а греческие читать тоже не могли. Просто это еще особенность звуковой фонетической системы россиян и греков. В греческом языке только 24 буквы, а пришлось разрабатывать. 40, это 40 сейчас осталось, а было еще, по-моему, с самого начала 49 букв, чтобы все звуки, которые есть в славянском языке, чтобы эти все звуки положить на буквы, с двумя буквами. Поэтому это очень сложная была ситуация. И кириллица, конечно, до нашего времени не один раз менялась и упрощалась. И многие буквы, мы сейчас с вами имеем только 33 буквы, потому что после Петровской реформы порядка 7 букв вообще исчезли. Греческие буквы такие, как Си, Фита, просто их выкинул, и все. И так обойдетесь без этих букв. Еще и там написание у них такое довольно сложное. Но тем не менее, в церковно-славянском эти буквы остались. В церковно-славянском. То есть вот как бы разделение произошло. Литературный язык. И церковнославянский. Если сейчас возьмете церковнославянскую книгу, там найдете все эти книги. И Фита там есть, и все. Есть тут же Псалтырь, есть церковь Богу, все. Поэтому это вот ушло вот так. Поскольку разрабатывали для Бога служебные книги, то так это и осталось. Это говорит там. Тоже были свои преобразования, какие-то, может быть, слова, которые там были больше бытовые, чем... священные, те, что мы относились, какие-то слова, может, ушли. Но за 1000 лет, конечно, изменений происходило много. Но тем не менее, сейчас как-то возвращается это. И возвращается, наверное, не просто потому, что это красиво. Конечно, красиво. Художники не перестают изучать каллиграфические буквы и использовать ее. Вот, например, смотрите, вот кто-то из художников, Багдеска, вот такой каллиграф Багдеска, не помню, как его зовут, по-моему, сейчас уже его нет. Вот он для, какая-то была книжка, это типа азбуки, вот он такой шрифт разработал, красивый. Где можно еще использовать, допустим, эти... Используют это в иллюстрациях книг красивых, детских книг. И где-то еще. Вот, например, у меня такое подарили мне, потому что очень красиво. Грамота «Гвоздь благочестивого». Это было в 2011 году. Посмотрите, как красиво. В 2011 году было такое событие, такое храмовое. Вот такую красоту сделали специально для грамоты для гостей, которые участвовали в этом событии.
И ведь это каждому гостю надо было. Да. Я да. Не всегда... Ну, гостей было не так уж много, да. А это вот, скажем, гости, ну, сейчас, то есть, вот, видите, 2011 год. То есть, это уже современные возможности наши, компьютеры, компьютерные и так далее. Посмотрите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, это мягкий знак? Вот это мягкий знак? Это В. Это, да, это скорее всего, В. Вот так они учатся писать. Как красиво. Вот такие. И слова какие-то, и открытки поздравительные, и свои какие-то сказки. Вот, например, сказки. Попаду я в сказочные детки. Ну, да, звезд. Это уже вот современные детки наши. Красиво, невероятно. Конечно, это все не с одного раза делается. Это все тренировками большими, упражнениями. Да, потом передать. Да, пожалуйста. Появился новый интересный шрифт. Курсив. Так называемый. Да. Еще в Европе его называют. Это английский такой шрифт. Тонкий, изящный. Под наклоном почти по 45 градусов. Это мы уже учились. Наши и Пушкин, и Достоевский, и Тютчев учились уже вот так. Это пропись 909 года. Это еще революция. Так они приблизительно. Скажите, они по этим линейкам тоже учились? Или... Учились, конечно, еще как. Масочку, один на секундочку, пожалуйста. Ага, спасибо. Все, не-не, просто и кадр. Как маску одеть? Вот. А. Все. Чтобы таким курсивом овладеть, они тоже начинали буквально по одной линейке. Линейки. Это очень долгие упражнения. Да, конечно. Которые упражняли руку писать под определенным наклоном, определенным нажимом. И все это делать, конечно, уже тонким. В 1909 года. Да. Что мы сегодня с вами будем делать? Значит, смотрите. У нас есть перо сегодня и тонкое, и перо широкое. Широким пером... Что можно делать широким перышком? Писать. Да, писать и рисовать. Смотри, я сюда его повешу. Кто мне снимает? Хорошо? А я тебе потом его достану. А что мы делаем? Папа записывается в библиотеку на единой кафедре. Сейчас придет. Это тренировать руку на легкие повороты, на легкие вращения, на легкие вращения. Можно какие-то клавиши рисовать, какие-то клавиши. Ну что? Девчонки любят цветочки рисовать, а вам нужно рисовать какие-то узоры, обрянуть. Во всем требуется, конечно, упражнения, да. Таких постоянных, регулярных. Вот, так это Надя. Что Надя? Води. Да, вот кожа. Вот, как раз, смотрите, вот такого типа упражнения, да, они очень хорошо расслабляют руку и организовывают.
Это тоже можно в интернете такие можно найти. Если так занятия. Можно в кадр показать. Угу. То есть в интернете можно найти В интернете можно и тренироваться.